Всем привет! С вами Кононова Ираида, как модель, и Кононова Анна. Сегодня мы снимаем новинки в размере 52-го коллекции премиум в 13-м каталоге 2019 года. Это новая коллекция, которая вдохновлена фэшн-показом Faberlic Couture в Москве на неделе моды. Итак, на маме трикотажный джемпер с длинным рукавом для женщины. Артикул 523-865, цвет мультицвет, размер 52, состав 80% хлопок, 20% полиэстер. Мама, как тебе эта кофта? Она мягкая к телу. Не чешется, красивая. Ну, все удобные, понравилось. Да, удобные. Удобно, да. Комфортно, да, все? Да, да. А, скажи, ты ее оставляешь себе, да? Да, оставляю, да. Да, оставляешь. Ну что ж, давай подойди поближе, мы тебя порассматриваем немножко. Так, во-первых, у нас идет такая вот сеточка, да, просвечивающая, мне кажется, очень даже так это привлекательно. Да, тут вшит такой вот, как что-то типа треугольничка, да. То есть плечо, вот он тут заканчивается и идет уже как треугольничек. Низ изделия, да, что сам низ, а вот тут вот что на рукавчике выполнен, да, в форме резиночки. И тут идет такой ворсик, начесик, то есть кофта довольно таки теплая. Вот, поэтому я думаю, что все очень даже здорово, да. Ну что ж, мам, оставляем, да, тебе нравится, тебе идет. Угу. Ну хорошо. Так, сейчас на маме получается, потеряла я артикул, значит, джемпер из вискозы с анималистичным принтом, цвет темно-зеленый, состав 95 вискоза, 5% эластан, на маме 52 размер, вот, так, куда же я делала артикул, так, значит, так, угу. Артикул получается 523-850. Нам он очень понравился, очень хорошо на ней смотрится, никаких нареканий нету, все здорово и классно. Он тянется, кстати, мам? Да, он широкий вообще. Широкий и тянется, да, тянется, да? То есть да. Удобно. Да, то есть, да, да. Если он будет немножко даже вам маловат в плечах, то он будет хорошо смотреться на талии, потому что он свободный. А вот встань чуть-чуть боком, он еще и, мало того, что животик прячет, он еще и грудь выделяет, да, то есть достаточно хорошо. Рукав тоже достаточно длинный, очень приятный. Плечо, как вы видите, покатое, да, то есть срез идет вот в этом месте, мам, покажи. Да, то есть вот, да, то есть вот в этом месте. И сама ткань дышит кожа, не дышит, да, кожа. Да, дышит. Дышит, да, тоже, да, все хорошо. И плюсом вот этот вот вырез очень такой приятный, да, то есть что-то типа вот лодочки, все сложено красиво. Значит, в каталоге он был вот таким образом представлен, да, вот он. И вот вы знаете, как-то я не думала, понравится маме, не понравится, но решила заказать на примерку. Во-первых, маме очень хорошо подошел цвет. И действительно, она этот джемпер украшает. И почему-то цвет тут идет более такой насыщенный, чем в каталоге. Да? В каталоге он идет какой-то больше болотно какой-то, светло, да, зеленый. Видишь, мам, в каталоге, да, какой, да, цвет. А тут он идет более насыщенный, более такой красивый, живой оттенок. И он намного лучше на маме смотрится, нежели как представлен в каталоге. В общем, мы довольны, мы эту вещь оставляем. Прям маме 5 с плюсом в этой вещи. Ей идет зеленый вообще здорово. Так, сейчас на маме получается идет трикотажный кардиган с длинным рукавом для женщины. Артикул 523-910, цвет молочный, размер 52, состав 65 акрил, 28 нейлон, 5% шерсть, 2% эластан. В каталоге он представлен вот таким вот образом. Да, то есть это размер плюс сайз. И что хочется сказать. Мама сомневается, оставлять его себе или нет. Ну, понятно, что не с этой кофтой, да, мы просто наверх, поверх кофты примерили его. Вышивка все отлично, рукава. Маме не нравится, что они широковатые рукава, да, а вся коллекция, она идет именно широкие рукава, да, то есть узких рукавов-то и нету по всей коллекции. Да, то есть, ну, вот есть платьишки, да, с короткими рукавами, да, там кофточки, а вот это оно именно с такими вот рукавчиками объемными и идет. Поэтому, наверное, ждем вас ваших комментариев, оставлять, не оставлять. Мам, покрутись еще разочек. Вот даже не знаем. Мама сомневается. Ну, если уж не к сердцу, то, конечно, можно отправить обратно. Так, то, конечно, красивый. И вышивка очень красивая.
Хорошо. Так, сейчас на маме трикотажный кардиган с длинным рукавом для женщины. Артикул 524-050, цвет красный, размер 52-65, акрил, 28 нейлон, 5% шерсть, 2% эластан. Точно-точно такой же кардиган, как предыдущий, но так как у мамы нету красных кофт, она приняла решение сразу же, что такой ей нужен. Этот она точно оставляет, но и тот ей тоже понравился. Скорее всего, мы оставим оба у себя. Так вот он как-то вот неприглядно выглядит в каталоге, если честно, да, я на него даже и внимания не обратила, потому что тут пол кардигана показано, и то издалека, да, то есть и непонятно вообще, что это за вещь, да. А вот смотрите, как он на маме смотрится. Мам, подойди прям близко-близко к камере, да, то есть как он смотрится хорошо вблизи, это просто невероятно, да, то есть это прям рукавчик как выполнен, да, то есть это такое искусство, и он, по-моему, как будто меньше размером, да? Да, да? Не, да. Мне кажется, белый, да, мне, да, кажется, он больше размеров, да, а этот как-то вот меньше, угу, размером, угу. А сзади просто прямо, угу, да. То есть единственный минус, вот я бы, знаете, что тут сделала бы, какую-нибудь вот штучку, да, брошечку. Угу. Но ее можно сделать самостоятельно, да. Сделать какую-нибудь брошечку, чтобы вот так вот хоп застегивать, да, чтобы, угу, вот ветер, да, если, да, так. Да, да. А, давай, мам, ага. Если ветер, так чтобы было все отлично. Мне кажется, что тут и рукава, и все, угу, к месту. Да, но единственное, да, что с этим не идет, да, но в целом очень хорошо. Угу. И смотрите, на модели, как бы, да, она кажется коротковатая, а на маме она закрывает полностью всю попу, да, получается, полностью закрывает, и смотрится действительно очень достойно, очень красиво, мне кажется, что, да, 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 прям красиво, оставляем, да, оставляем, да, вот, мне понравилось, да, очень. Так, сейчас на мамуле трикотажное платье с укороченным рукавом для женщины, артикул 523-895, цвет молочный, размер 52-65, акрил, 28 нейлон, 5% шерсть, 2% эластан. Вот, платьишко, в принципе, симпатичное, мне нравится, как оно на маме сидит. Ну, понятно, то, что оно из упаковки мятое, мы же решаем, отправить, не отправить его на возврат, да. То есть в каталоге оно представлено вот так очень красиво, на более пышной модельке, чем мама. Вот, значит, да, то есть идет он с сутажной вышивкой, да, цвет молочный, ну, вот видите его стоимость и как он представлен. Тут, конечно, на модели он сидит хорошо, маме, мне кажется, что он великоват, особенно если посмотреть по низу изделия, как будто вот, ну, оно выпрямится, конечно, но мне кажется, что маме, может быть, надо было и на размер поменьше заказывать, что 50 размер ей бы подошел очень хорошо. И, по-моему, он у меня есть, мы еще примерим 50 размер. Также обратите внимание на ботинки. Ботинки у нас идут, получается, размер 38. Мама, как они тебе? Удобные, мягкие. Громче говори. Комфортные. Угу. На ноге не давит ничего. Я очень хорошо. Ну, будешь носить, да? Да, да. Ботиночки, да, оставляем. Да. Вот, да, платье я бы тебе порекомендовала все-таки, да, вернуть на возврат, да, потому, да, что оно тебе велико. Да. Просто велико. Значит, получается, это полуботинки женские, цвет бежевый, те же самые, что я показывала на Катюшке. Размер 38, артикул 885-081. Вот у меня тут стерто, даже не знаю, две восьмерки или в начале. Вот, также идет верх искусственная кожа, подкладка искусственная кожа, стелька искусственная кожа, подошва ПУ. Они идут также на шнуровочке, в общем, точно-точно такие же, как у Катерины, только вот на размер побольше идут. Но мне кажется, очень достойно, аккуратное, очень красивое, классное прям. Классное. Угу. Ну, тебе идут. Они подойдут под все. И под платье, и под юбку, и под джинсы, и под капронки, и под брюки. То есть такой универсальный вариант на все случаи жизни. Очень хорошо. Так, сейчас на маме получается красное платье, трикотажное, с укороченным рукавом для женщины. Артикул 524-045. Цвет красный, размер 52. Состав 65 акрил, 28 нейлон, 5 шерсть, 2% эластан.
Почему-то это платье смотрится на маме в 100 раз лучше, и мы его решили сразу же однозначно оставить. Ей оно идет, оно ей подходит, и низ изделия выглядит довольно так, и симпатично, прилично, и классно. И никаких нареканий теперь к платью нету, ну что ж такое, да? Два одинаковых размера смотрятся абсолютно по-разному, да? То есть вот сейчас, на данный момент, мы это платье оставляем. Мам, тебе оно колет, еще что-то? Нет, оно теплое, ну, теплое, но не колется. На голое тело у меня... Удобно. Удобно, комфортно, удобно, да? Да, все да, хорошо. Да. Ладненько, хорошо. Ну и вот ботиночки, не знаю, мам, на возврат или нет все-таки? Наверное, на возврат. Ну, зачем двое одинаковых? Ну, хотя бы светло пускай будет. Если ты хочешь, ты можешь оставить. Нет, если не хочешь, нет, то... Нет, ну, хватит мне одни. Сначала маме показалось, что они ей давят. Да. Они ей давят, она решила их отправить на возврат. Мне вот, честно, лучше бы кремовые на возврат отправила. Да. Как-то черные как-то лучше смотрятся, они более как-то богато, шикарно. А бежевые какие-то, они пустышки, мне кажется. Тебе больше это черное ко всему подойдет. Ну, в принципе, и бежевые хорошо, аккуратно. Вот даже не знаю. Не знаю, я тоже даже. В общем, у черных артикул 88, 50, 74, размер 38, состав изделия идентичный предыдущему бежевому. Мам, ну-ка встань немножко боком, я тебя увеличу. Вот мне кажется, что черные как-то вот красивее смотрятся, чем бежевые. Лучше. А мне вот понравились. Да, бежевые понравились, да. Ну и черные, конечно, ага, на все это как-то приедет. Ну черные, не да, они да, вообще универсалки да, идут. Эти как-то и поблескивают, и все как-то вот красиво получается. Ну что ж, мамина закончена одежда. Осталась я, поэтому всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Спасибо. Да, спасибо за внимание. Всем пока-пока.